Итак, мы научились рисовать орнамент двумя способами. Первый способ заключался в том, что мы отрисовывали полосочками, вот такими вот. Второй способ – диагоналями, то есть мы уже начали размышлять вот таким вот образом. И в результате использования второго способа, вот смотрите, как у меня отрисовывается цветок. Вот мы видим, что явно отрисовываются диагонали, и, соответственно, диагоналями рисуются также и ромбики. Как все это делается, в частности, как рисуются ромбы, мы рассмотрели в предыдущей части. Если кто-то не видел, как рисуются первым способом полосочками, смотрите предыдущие тоже части. Все ссылки будут размещены под видео. Ну а в данном небольшом видеофрагменте я еще немножко прокомментирую, каким образом все-таки рисовался этот цветок, потому что в предыдущей части мы создали другой блок, который рисует диагональ из левого нижнего угла в правый верхний. Происходит это следующим образом. Сейчас я покажу. Вот наш спрайт. И если я буду запускать, использовать вот этот блок, то у меня будет отрисовка вот такая. Например, вот так. При этом я использовала сейчас другой блок, который является развитием блока, который был рассмотрен и создан в предыдущей части. И я добавила два параметра x направление и y направление. Это два параметра, которые могут принимать значение 1 или минус 1. И соответственно, если вы видите, вот я вызвала, еще раз сейчас покажу, этот другой блок с параметрами 1 и 1. Это означает то, что по x мы будем двигаться вправо, то есть x будем увеличивать, а по Y мы будем двигаться вверх, то есть тоже будем Y увеличивать. Еще раз выполняю вот таким вот образом. Если мы возьмем другие параметры, в частности, если мне необходимо рисовать в другом направлении из правого нижнего угла в левый верхний, соответственно, у нас X будет уменьшаться, поэтому у нас будет параметр минус 1 X направление, а Y будет увеличиваться, соответственно, Y направление будет у нас плюс 1. Вот проверяем. Вот так. Дальше еще один вариант рисования, когда мы рисуем из правого верхнего угла в нижний левый. И в этом случае у нас и X, и Y уменьшаются. Соответственно, у нас параметры X направление и Y направление будут принимать значение минус 1. Оба. И вот так происходит отрисовка. Ну и, наконец, последнее. Вариант вызова этого метода, и все эти варианты использованы здесь. Если вы посмотрите внимательно, все эти направления тут присутствуют. Здесь мы будем сейчас рисовать из левого верхнего в правый нижний угол. Соответственно, x у нас увеличивается, а y уменьшается. Вот таким образом. То есть вот этих четырех направлений мне, в принципе, было достаточно для того, чтобы нарисовать вот этот вот орнамент с разными направлениями. Давайте теперь посмотрим, как устроен код, за счет чего мы можем изменять направление рисования по сравнению с другим блоком диагональ, в котором у нас нет параметров x направление y направление. Мы меняли текущее положение x и текущее положение y нашего спрайта, просто увеличивая его на шаг. Во втором случае, когда мы добавили параметры x направление y направление, мы изменяем тоже текущее положение на шаг, но домножаем на единицу или минус единицу. Благодаря этому мы шаг либо прибавляем, если у нас параметр единица, либо вычитаем, если у нас параметр минус единица. Все достаточно просто. В общем, этот подход мы рассматривали и в предыдущем методе, если я не ошибаюсь. Но посмотрите, вспомните, и я думаю, вы сможете делать универсальные такие блоки. И, как и обещала, уже в следующей части я покажу еще один способ, совершенно отличающийся от двух рассмотренных. Попробуйте нарисовать ваши орнаменты любым из рассмотренных способов. Подумайте, какие могут быть еще варианты. Понятно, что мы можем комбинировать и первый, и второй способ для того, чтобы получать какие-то спецэффекты. И есть еще масса других. Пишите в комментариях, какие бы вы использовали, и, возможно, мы тоже их рассмотрим в отдельных уроках. Я желаю всем успехов, до встречи в следующей части.